А в Мегионе накануне Нового года впервые залили большой городской каток на берегу реки Меги. Сделали это по инициативе одного из предприятий города. Площадка оказалась очень удобной, и работы заняли меньше недели. Здесь расчистили территорию, установили бортики и залили лед. Как говорят катавшиеся, получился он очень удачным. Есть инициатива, мы этот каток сделали, теперь, наверное, службы, те же, как сказать, общества, которые с детьми работают, спортивные секции, они теперь должны приложить силы, чтобы на этом катке были люди, как-то это рекламировать и все остальное. Так что это каток в шаговой доступности, я думаю, что это хорошо. А вот в снежном городке, который для мегионцев построила та же организация, жизнь уже кипит. Особенно ледяные горки понравились юным жителям города. Желающие кататься выстраиваются в очередь. Центральная площадь – это основное место, куда мегионцы отправятся в новогоднюю ночь. Здесь оборудована площадка для запуска фейерверков. Конечно, с соблюдением всех правил безопасности. В данный момент запускали пиротехническое изделие третьего класса опасности. При ней необходимо соблюдать следующие безопасные расстояния 30 метров. Если не сработало, необходимо выждать 10 минут, в дальнейшем подойти и утилизировать данное пиротехническое изделие.